Если до 30 октября 2020 года собственник заброшенного здания, расположенного по улице Инженеру 3, не приведет его в надлежащий порядок или не законсервирует, то самоуправление примет решение о принудительном сносе строения, которое сегодня представляет реальную опасность для жителей микрорайона Химиков. А счет за демонтаж здания и утилизацию строительных материалов будет выставлен владельцу данной недвижимости. По предварительным оценкам, на снос здания по адресу улицы Инженеру 3 может потребоваться около 10 тысяч евро.